Добрый день, мои дорогие друзья, с вами Лилия Донскова. Я вас всех поздравляю с началом каталога номер 14. И сейчас мы вместе с вами сделаем первый заказ из каталога. И первый заказ мы будем делать на Михаила Петровича. Так, я уже все положила в корзину. Вам расскажу, если у вас нет бумажного каталога, то вы нажимаете с левой стороны «Каталог», «Открыть каталог», выбираете продукцию, листая на стрелочке вперед или назад. Чтобы положить продукт в корзину, нажимаете внизу «Посмотреть продукты», выбираете продукт, выбираете количество, сколько вам нужно, нажимаете «Добавить». Автоматически сразу продукт улетает в корзину. Так как у меня уже все в корзине, я нажимаю на корзину. Уже все положила в корзиночку. Проверяем. То есть, что я взяла себе? Это контурный карандаш, смягчающих средств 5 штук, тени. Я взяла розовое золото, сливовый тауп, винтажно-зеленый, бежевый нюд, темный кофейный. Так, я единственное, что не вижу, их должно быть 6. Так, вот еще глубокий синий. И я так понимаю, нужно добавить палетку, потому что она должна быть в подарок. Но кода ее я не вижу. Значит, мы ее добавляем сами ручками. Сейчас я найду код палетки. Так, магнитная палетка большая. У меня, получается, на большую хватит. А может быть, у меня и на маленькую хватит. 689. Добавляем. И проверяем. Да, ребята, реально она приходит за ноль. А если у меня хватит и на маленькую, я ее тоже возьму, а потом заполню. Пока идет акция, надо пользоваться. Да, и маленькая проходит. Вау! Круто, круто, круто. Значит, надо брать. Проверяем. Значит, у нас здесь парфюм надо один уменьшить. Смотрите, как удобно, что в корзине можно сразу уменьшать. Я нажимаю на минус. Остается один парфюм. Так, далее. Проверяю. Наборы все есть. Тушь есть. Отсутствует одна помада, к сожалению. Ну, ничего страшного. Так, остальное все есть. Все есть, все есть. Здесь проверяем. Ребят, смотрите, цены дополнительных заказов. С правой стороны уже то, что цена, которая придет со скидкой. Так, сейчас закроем. Дальше смотрим предложение каталога. 10 каталогов мне придется всего за 199 рублей. 59 рублей стоит один каталог, поэтому это очень выгодно. Так, каталог номер 15 еще один придет за 7 рублей. Мир и Рефлейм почитаем в электронном виде, отказываюсь. И от пакетика за 3 рубля я тоже отказываюсь. У меня их полно, этих пакетиков накопилось. Так, проверяем. И пока что 134 балла. Двигаемся ниже. Что у нас здесь? Есть 4 продукта в резерве. Пока пусть будут в резерве. Я нажимаю «Далее». Здесь есть спецпредложение каталога. Да, классно, спасибо. Это тоже спасибо. Есть еще спецпредложение с огромными скидками. Смотрите, здесь очень много выгодных таких вариантов. Кстати, если вы хотите получше рассмотреть продукт, я вам скажу, как делать. Копируете, например, сумка Solange. Вам интересно, что это за сумка. Открываете новую вкладку, вбиваете сумку Solange, Oriflame, выбираете. И открывается видео. Нажимаем, смотрим, что это за сумка. Любое. Да, вот так вы можете ее рассмотреть. Если она вам понравилась, значит, вы ее заберете себе. Так, ну мне здесь вроде бы ничего не нужно. Нажимаете «Больше продуктов», все рассматриваете, смотрите, какие классные цены. А чуть ниже, если вы участник премьер-клуба, были в двух каталогах подряд и продолжаете в нем быть, то любой продукт вам придет со скидкой 50%. Я выбираю... Сейчас, к сожалению, Wellness не приходит со скидкой, поэтому я возьму себе. Угадайте, что? Конечно же, это будет легкий дневной крем из серии Экологен. Мне очень нравится он с дозатором. 655. Вот так мы сделаем. Добавить. Проверяем, сколько баллов получается. 149 баллов. Маловато. Нажимаем на корзиночку и добавляем какой-то один продукт. Мне нужно добавить. А я, знаете, как сделаю? Сейчас, секунду, посмотрю. Так, это все мне нужно, 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 нужно. Так, я вот сомневаюсь, конечно. Я просто уберу парочку гранатиков. Пусть пока 3, в следующий заказ включу. А сюда я добавлю карандаш для глаз, потому что я его очень-очень хочу. Это тем более они с такой большой скидкой. Так, это будет карандаш для глаз кофейный. То есть у меня кофейный и синий в заказе. Так, проверяем, сколько сейчас будет по баллам.
149. Я же добавила. Тогда мы еще один плюсик поставим. А, не по 2 балла. Все, поняла. Смягчашечки 2 балла дают. О, кстати, выгодно очень. Нажимаем далее. Так, сейчас у нас 151 балл. Шикарно. Нажимаем опять далее. А сейчас нужно будет выбрать доставку. У меня будет доставка на дом, потому что если заказ более 4000, а у меня сумма заказа за 6479, еще прошла скидка почти 4000, и к оплате будет всего 2685. Ребят, прелесть какая. Выбираем доставку на дом, ставлю галочку. Если у вас не выбрана доставка на дом, значит, вы нажимаете кнопочку «Добавить» и пишите свой адрес. Сейчас покажу, как это выглядит. Вот здесь заполняете все окошечки, нажимаете «Ок», и у вас этот адрес появляется вот здесь сбоку. Я выбрала адрес. Так, кнопочка почему-то неактивная. Ну, давайте нажмем просто оплата. Проверяем. Все, 151 балл. Далее. И нам осталось только нажать кнопочку «Разместить заказ». Все, меня все устраивает. В заказе все есть, что я хотела. А, там у меня, получается, 3 заказа от клиентов. Пока 3. А, и... Все остальное для нас, для нашей семьи. Конечно, это не все, что мы хотим. Еще будут заказы, поэтому я нажимаю кнопочку «Разместить заказ». И он улетает. Ура! Все, первый заказ готов. Он пока не оплачен, его статус, но будет оплачен перед получением. Ребят, всем успехов! Если есть какие-то вопросы, пишите, задавайте в комментариях. Я вам желаю супер крутого каталога. Используйте все его возможности. И до новых встреч. Всем пока-пока!